Возвращаемся к нашему эксперту Шынгыз Ишунеева. Сегодня с нами директор макроэкономических исследований и прогнозирования. Формирование необходимой экосистемы для бизнеса в ЕАЭС – принципиально важная задача, которую необходимо решать для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, и, соответственно, для ускорения темпов экономического роста. Шынгыз, каков вклад интеграционных процессов в развитие бизнеса на евразийском пространстве? Мы проводили расчеты по оценке эффектов от интеграции. Ну, по нашим прогнозам, к 30-му году именно интеграция дает дополнительно 7% пункта к росту ВВП. Но в целом я хочу отметить, что на территории ЕАЭС действуют 4 свободы. Это свобода движения капитала, свобода движения труда, товаров и услуг. То есть уже в этом году исполняется 5 лет со дня подписания договора ЕАЭС. Это Союз нам дает огромное преимущество. Это, во-первых, это огромный рынок сбыта, да, товаров. Это для бизнеса очень хорошо там сбывать свои продукты именно на территории ЕАЭС. Ну, мы ожидаем, что это дает нам большие эффекты, преимущества для бизнеса. Ну, как оценить влияние евразийского интеграционного проекта на улучшение бизнес-климата в ЕАЭС в целом и в нашей стране? Ну, у нас хороший бизнес-климат по сравнению даже с Россией. Да, у нас хороший налоговый режим для бизнеса. Казахстан открыт для всех стран мира. Поэтому мы думаем, что у нас будут хорошие интеграционные эффекты от ЕАЭС, мы ожидаем. Ну что ж, спасибо вам за мнение. С нами беседовал директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования, я напомню, Шынгыз Ишунеев.